на следственном эксперименте ничего не сходится. На теле 6 ранений. Одно в шею, 5 в живот. Какое должно от осколка остаться повреждение у того, кто наносил ранение? Слушай, она же призналась во всем. К чему эти копания? Ну, она или не помнит, как убивала, или это самооговор. Рана на ее руке длиной 3 сантиметра, глубиной около 2 миллиметров. Вообще это странно. После нанесения стольких ударов этим осколком на ее руке должно остаться множество глубоких порезов от орудия. А тут только рассечение. То есть ты хочешь сказать, что у нас нет орудия убийства?